Здравствуйте, мои дорогие зрители и мои дорогие друзья! Сегодня опять я снимаю вам видео, которое хотела я с вами поделиться, так как у меня хорошие покупки, необыкновенные, и, конечно, я хотела вспоминать и про вас, чтобы поделиться с вами. Итак, первое, что я хочу с вами поделиться, значит, то, что вы видите на мне, это тишерт от Ник, который я купила здесь. Это простая футболка, но Ник, как вы видите на камере, с такой розочкой выпуклой. Посмотрите, какая рукоделие. И блузка стоила всего 7,95 из Нью-Йоркера в Вене, которая тут продается. И, как видите, сзади у меня находится и такая блузка от Ник опять, тоже 7,95 из Нью-Йоркера, но это уже белая. Как тоже с такой выпуклой розочкой, посмотрите, выпуклое рукоделие. Да, хочу показать, как я одета. Вот, посмотрите, вот так она, блузка, футболка простого типа. Посмотрите, вот. А также и белая такого типа, простая. Вот так за 7,95 я это все купила. Я очень люблю эти мои шортики, и я всегда одеваю эти шортики. И мне очень нравятся такие джинсы с такими футболками. Вот так. Я опять хочу ваше внимание уделять на это рукоделие, выпуклое. Вот так. Хочу поделиться с вами также и с другими блузками, которые я очень хочу, чтобы вы увидели. Посмотрите на эту блузку, которая вот так здесь, вот такая сеточка. Она очень-очень прекрасная, как я увидела, сразу влюбилась. Посмотрите, вот от Telly Vale. И знаете, это сколько стоило? Всего 2 евро. Ну, я это покупала, потому что здесь происходили скидки. И, пожалуйста, вот такая сеточка. Она не так уж просвечивает, но очень классная. Так, хочу поделиться и с другими моими необыкновенными покупками. Посмотрите на это красотище, на эту накидку, которая вот так прозрачная она. Вот так. Но посмотрите на ее вышивку. Вся блесками, не знаю, как на камере, вся сверкающая. Я купила это опять с Telly Vale, и она не очень, то есть недорогая была, очень даже дешево. Но, извините, я не помню, сколько это стоило. Вот простая накидка, как футболка, она. Ее вид очень мягким, очень мягким таким, очень мягкая ткань, она вся очень мягкая и вот так, и вся в блесках, посмотрите. В общем, теперь движемся дальше. Я вот купила и это. Посмотрите, это тоже просвечивающая накидка. Вот так.
Посмотрите, это тоже было очень-очень дешево. Опять Stanley Veil. Посмотрите, какая она прекрасная. И я очень люблю эти материалы. Вот такой длины. Она до отсюда доходит. Посмотрите. Вот. И вот так. You live only once. Да, пожалуйста. И очень-очень дешево это было. 2 евро или 3 евро вот такого типа. Вот так, мои дорогие друзья, вот эти красотища я хотела с вами поделиться. А уж особенно вот эти ники мне очень понравились. Из Нью-Йоркера с такими выпуклыми, опять говорю, розочками. С необыкновенными розочками, которые рекламируют ник. Еще я хочу поделиться с вами о том, что я покрасила мои волосы с красным цветом. Посмотрите на камере. Но на этот раз, мои дорогие друзья, краска не так уж выделяется. В прошлый раз выделялась намного больше, но я как перышко, да, как называется, это покрасила, но на этот раз это не так уж хорошо выделялось, тоже от гарнира. Я вам это говорила, что я употребляю гарнир Fructis, как я помню, и это стоит недорого. Зеленый пакет вы видели в прошлых моих видео. Но на этот раз я, как вам говорю, как вы видите, не так уж выделяется. Вот. Пожалуйста. Но ничего, будем еще раз делать и опять делиться с вами. Да. То, что я хочу с вами поделиться еще вот этими красивыми сережками, посмотрите, это стоит 6,99. Вот сережки с змеей, она очень-очень превосходная. Мне так понравилось, что я сразу полюбила, как увидела, хотя я не так уж люблю эти крупные ожерелья, очень крупные бижутерии, они мне не нравятся. Не так уж, хотя что, если я одену, но посмотрите, как это красиво. 6,99. Кобра, змея, вот так. Теперь я хочу поделиться с моими маникюрами. Вот этот маникюр прекрасный, я не знаю на камере как, с блесками. Она вот такого цвета от фирмы Изодора, как вы видите на камере у меня, и это стоит 10 евро. Я купила это 10 евро. Вот посмотрите, вот я покрасила вот этот цвет, пожалуйста. Я купила это из магазина Douglas. У нас в Виене за 10 евро. Также хочу поделиться вот этим маникюром. Вот, посмотрите. Essence. Это стоило евро 95. И вот я покрасила, как видите, вот этот цвет. Вот этот металлический цвет. Пожалуйста. Вот металлический цвет. И они мне очень понравились, эти цвета. Да. Так, я еще купила тени, которые вы видите вот в уголках моих глаз. Я это сделала вот от этой палетки Catrice.
И я купила это за 5 евро. Пожалуйста, это прекрасные цвета. Пожалуйста, посмотрите. Вот это тени. Вот это хайлайтер. А это как контурик или бронзер. Я могу употреблять вот от Catrice за 5 евро. 4,95 или 4,99 евро. И я очень полюбила. И вот я поставила, покрасила уголки моих глаз. Я купила также румяна Manhattan, но вы знаете, что я любительница ярких румян за 5,99 евро. И я очень люблю эти румяна, но они как-то немножко трудно открываются. Вот. Вот так, мои дорогие. Немножко эта крышка на сегодняшний раз трудновато. Вот.